На улице участники демонстрируют свои таланты легко и с удовольствием. Но совсем другое дело – выйти на сцену. Телекамеры, жюри, полный зал зрителей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Мерхат. Так, город Усть-Каменогорск. Сколько лет, где учитесь, работаете? Работаю в охране. Что ты будешь петь сегодня? Я сейчас буду исполнять «Птица счастья». Угу. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Нет! Она всегда любила дождь непрошенный, врела на всех прохожих непохожая. Она умела верить невозможное и ждать мечту. Умоляю вас, пожалуйста, пропустите меня. Да все, не пропустим мы тебя никуда. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Нет, Виктор. Половинка луны в его крови, остальное, увы, вода. Говорит он так нежно о любви, чтобы ты ответила «да». Только шелковое сердце не пылает и не болит. Только шелковое сердце никогда не будет любить. Он обманет тебя, ты так и знай, но должна ты решать сама. Может быть, наша жизнь, вся наша жизнь, бесконечный самообман. Только шелковое сердце не пылает и не болит. Только шелковое сердце никогда не будет любить. Нет. 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 Три нет, и вы не проходите в следующий тур.